Матеас. Партнер от меня? Да, да. Меняем партнера. Ставим правую стойку. Хаджиме. Глубже, спустись, глубже. Ноги должны быть всегда уперты в татами, потому что у меня чувствительность с тобой работает. Я буду чувствовать это движение. А ты моей. Я туда пошел, туда надо меня и тащить. Землю. Здесь все у тебя свободно, а вот ступни это как будто в коже. Стоишь прямо, конечно. Матер. Меняем стойку. Хаджиме. Матея, сура Матея. Поменяли стойку. Хаджиме.
Артем. Еще? Да, еще можно. Мы можем сейчас. Хочешь, попробуй себя. Нет? Хорошо. Так, Андрей, мы-то с тобой попробуем. Поменяйте еще пару. Да. А русское упражнение нужно? Да, давайте. Ну, смотрите. Интересно. Вот стоим друг напротив друга. Я тут приблизительная стойка, как сам будет дзюдо. Да? И вот, что мы делаем? Ладошки в ладошки, да? Можно похлопать, можно. А можно еще ладошки, поведение занавесит. Понимаете? Вот это, да? Я выиграю. Дотрагиваться? До партнера? Нельзя. Сколько ладошки? Три, ну, давай, все. Опа, молодец. Это упражнение показал мне сначала Леонид Федорович Кабанов, который тренировался, а потом еще и Рафин посмотрел. Анатолий Рафин. Так что, если хотите, можете попробовать. Да, давайте. Давайте попробуем, конечно. Так, ну что, пара встали. Давай еще. Еще раз так, пока мы сделаем. Значит так, у нас только одна минута, это даже смена, одна да. Минута смена. Хаджиме. Примени, коллеги. Вышел на специальный, но с ним так. Даже если уже схватка началась, мы уже должны быть вот так. Видишь, видишь, это не то, да. Все туловища.
приступит к колени, всем туловищем, как пантера. Иначе ты не встретишь и не толкнешь. Вот. Стой. Вот какой вариант. Матея. Сура Матея. Ну вот, мы с вами попробуем. Ну что, ну и давайте мы проведем парочку еще таких наших непосредственных разборов. Да. Попробуем подвигаться и применять те техники, которые мы изучали, которые мы можем делать. И самое важное, наверное, подумайте о том, как именно применить ту или иную технику в нужное время и в нужное место. Зачастую бывает, мы пытаемся в погоне за тем, чтобы бросить кого-то, ну, сумбур какой-то. Мы сейчас совершенствуемся, поэтому думайте, принимай как-то еще контакт. Есть такая поговорка, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Карна говорил так, тщательно обдумывай, действуй решительно. То есть все одно и то же. Поэтому мы обдумываем наши действия, но а если мы приняли это действие, мы это решительно говорим. Потому что если мы обдумали, а потом нерешительно, ну значит мы что-то не обдумали. Ну так, наверное. Да, Борис? Вот. Решил есть суп, значит надо есть. По-нашему лучше защита от нападения. Вот. Видите, сколько вам... Или как еще там говорил один, я не знаю, кто это говорил. Если драка неизбежна, надо бить первым. Это кто у нас говорил? А Путин стал повторять это. Дзю или... Подожди. Кто-то говорил. Или это... Боксер знаменитый такой. Мухаммед Али. Мухаммед Али. Нет, боксер иногда не прислушивается. Да. Нет, Костя говорил так, боксера может каждый обидеть, но не каждый может успеть извиниться. Хорошо, ну что, давайте попробуем, найдемте партнера, кто с кем выбираете. Так, что, готовы? А? Так же, обычная рандория, обычная рандория. Если вы хотите, можете, если нет, значит, можете познакомиться. Да, хорошо. Да, вот так. Значит, самое важное, мы... Корректный, да, уважительный, самоконтроль, внимательность. И исполняем технику не ради броска, а ради техники. Сколько времени? 3 минуты. 3 минуты. Окей, хаджиме. Мое движение вперед должно быть безостановочным. Я иду вперед, пока я иду, ты все это делаешь. Thank you.
случае лучше брать вот так. Одну руку меня согнуть. Трудно. А двумя добавляю вторую. Взяла одну, сразу добавила вторую и рванула на себя. Да. И себе вы тоже можете дать. Вот, допустим, я спарринговал с Борисом, себе ставлю тройку. Ну, вы должны понимать, почему поставили тройку. Пытался что-то сделать, но ничего не сделал. Почему? Критично быть, да? Да. Почему? Потому что что-то боялся, был страх какой-то. Вот вопрос о храбрости. Храбрость – это вот такое качество, которое… это не то, что там я могу 10 человек, я могу со всеми, чтобы все в порядке, со всеми там, не знаю, подраться. А храбрость – это то, что я могу принять решение, которое в данный момент, ну, важно, наверное, для меня. То есть я, допустим, спаррингую с Борисом, и я принял решение сделать ту или иную технику. Вот это храбрость, я ее пытаюсь сделать. А не стою на месте там и жду, когда, что. Храбрость — это еще... Храбрость также может быть и в том, когда я попал на какую-то технику, мне Борис делает технику, и храбрость — это то, что принять эту технику. То есть, что да, я здесь упустил, допустим, он делает, там, попал на... Я попал на прием, ну все, ну что, уже попал. Понимаете? Храбрость принять это тоже важное качество. Потому что потом мы можем спокойно сесть и проанализировать, что произошло, почему я попал в такую ситуацию. Ну и также к обычной нашей жизни можно применить, понимаете? Как так получилось, что вдруг я забыл ключи дома и дверь захлопнул? Потому что был где-то невнимательный. Вот. Так тоже кто-то из японских говорил, лучшей драки не остаешься. То есть это высшее мастерство избежать. То есть договориться. Так, все, готовы? Все готовы? Кто у нас отдыхает? Кто-то может отдыхать. Вы отдыхаете, да. Кто? Ты отдыхаешь. Давай я с мальчиком. Ведь ты отдохнешь, да? Меня сильно не... Бой, мы только что лекции читаем вообще о здоровом образе жизни.
шлепнула и полетела. Он как маятник пошел. Ты сработала маятник. Он не заставил его быть маятником.